В 5 часов утра в сыктывкарском местечке Лесозавод внимание автоинспекторов привлекли «Жигули» 7-й модели. Автомобиль был явно собран из разных запчастей. К тому же имел признаки технической неисправности. Водителя подозрительной легковушки полицейские попросили прижаться к обочине. Водитель, останавливаемся. Прав, прижимаемся. Водитель не подчинился, прибавил газу, а затем стал блокировать проезд патрульной машины, прижимая ее к обочине. Только чудо и профессионализм автоинспектора за рулем помогли избежать аварии. Свернули во дворы. Седан на большой скорости рванул по грунтовой дороге. На улице Зои Космодемьянской нарушитель не справился с управлением и съехал в кювет. Водителя задержали. После остановки, при разговоре с инспектором дорожно-патрульной службы, водитель указанной автомашины имел явные признаки алкогольного опьянения. Указанный водитель никогда не получал водительского удостоверения, то есть он не имеющий права управления. Значит, в отношении данного водителя были составлены административные материалы. После оформления протокола по факту грубого нарушения правил водителю предложили пройти тест на алкоголь. Парень признал за инспектором, что порядочно выпил перед поездкой, но предположил, что спиртное уже выветрилось и прибор покажет по нулям. Продувка алкотестера разрушила надежды лихача. 0,713 мг. Все верно? Это много. 0,160 у нас, 0,16. Ну, 0,16 это разрешимое, да? Баночку пива выпить. Чуть баночку превысил сейчас. Ну, чуть-чуть. Полторашечку. Ну, да, согласен. Ну, то бишь управлял я с одной точки зрения, без угрозы какой-то. При помощи лебедки поврежденный автомобиль вытащили из оврага. Затем семерку погрузили на эвакуатор и отправили на штрафную стоянку. Водителя отвезли в суд. За управление автомобилем без прав и в нетрезвом виде Фемида назначила молодому человеку 14 суток административного ареста.